Утром 23 февраля шведский принц Даниэль объявил, что его супруга, кронпринцесса Виктория, родила девочку. Этим утром в 4:26 родилась очень милая принцесса, ростом 51 сантиметр, весом 3 килограмма 280 граммов. Я очень рад и немного в смятении. Когда я уходил из палаты, маленькая принцесса спала на груди у матери. В этом было такое умиротворение, что я с трудом оторвался от этой картины. Принц дает пресс-конференцию прямо в стокгольмской больнице, где проходили роды. Говорит, все прошло хорошо, но сам он переживал. Кронпринцесса сияет, она очень счастлива. Все прошло очень хорошо. Так что обе, и кронпринцесса, и наша дочь чувствуют себя очень хорошо. Монаршую чету в Швеции очень любят. Немалую роль сыграло и то, что принц Даниэль – парень из народа. Когда-то он был личным фитнес-инструктором принцессы. До того, как король Карл XVI одобрил их брак, он и Виктория встречались 7 лет. Свадьба состоялась в июне 2010 года. За церемонией в прямом эфире наблюдала вся страна. Имя маленькой принцессы обещают объявить на днях.